Граждане едины во мнении, что Конституция станет прочной правовой основой благополучной жизни нашего народа. И это действительно так. Ведь количество статей в проекте основного закона с действующих 128 возросло до 155, а норм с 275 до 434. То есть текст увеличился почти на 65%. Это звучало и на организованном в преддверии референдума масштабном мероприятии. Бигзот Масалиев сообщает из Андижана. Подготовительный процесс к проведению одного из важнейших политических событий практически вышел на финишную прямую. Еще одно яркое и эмоциональное мероприятие прошло в Андижане. В спортивном комплексе «Дуслик» собрались более 1000 андижанцев, которые не безразличны к своему будущему и по-настоящему сопричастны с происходящими в стране масштабными преобразованиями. Когда до начала мероприятия оставались считанные минуты, мы побеседовали с Уктамаке Ахуновым, который на протяжении многих лет проработал во благо нашей страны. Во-первых, я очень горжусь, что был участником этого исторического, можно сказать, не только процесса, события принятия действующей Конституции, но за эти 30 чуть-чуть с лишним лет были и вопросы, были и проблемы. В наше время стоять на одном месте, и сейчас от нас само время требует новых подходов, чтобы наш народ лучше жил, чтобы они были обеспеченными, чтобы они социально были бы гарантированными. А для этого надо новые рубежи завоевывать. Это жизненная необходимость. И сегодня я рад, потому что мы этот шаг делаем. Каждому была предоставлена возможность высказать свое мнение, каким они хотят видеть нашу Конституцию и через это видеть будущее нашей страны. И это было четверть этих предложений. Они нашли свое отражение в проекте нашей уже обновленной Конституции. Самое отрадное то, что во главу угла всех наших реформ стоит человек, его жизненные потребности. Это, знаете, это действительно удел социального государства. И наше государство впервые в нашей истории начали мы называть, и в Конституцию это закрепили, наше государство, значит, суверенное, демократическое, правильно, правовое и социальное государство. Вносимые дополнения и изменения в обновляемую Конституцию касательно всесторонней поддержки молодежи также дают стимул и мотивацию, чтобы с верой смотреть в завтрашний день. Создавать условия для самореализации представителей молодого поколения нашей страны и, конечно, Андижанской области. Бүгінгі күнде біз яшьлерге барчамыз гуахтырып болып тұрпымыз. Имкөнет ешкілері кейін ашырген. Айнықсы, ілім фан соғысыда берілетген имкөнетлерінің чек-чегерасы ек. Барчамызге малым, али талым муасысасыге оқшы кіріп, контрактыны толы олмаген қызлар жұда хам көп еді. Мана енді ана шу қызларге 7 елге фойсіз кредит берілші. Магистратурада талым алыяткен хотын қызларының контракты давлат томонадан толык тулап берілші. Бу айоллар үчін, қызлар үчін хақиқи имкөніяттыр. Хурматли яшлар, барчамыз 30 апрель күні референдумда фаал қатнашайлик. Зеро, келечек бізнеке, мара бізнеке. Ассаламу алейкум, хурматли андижандықлар. Мен қырғыз қызы Гүлмира. Өзбекстанымыздың шынақа жүрәлі байрамыда, шынақа сиясы байрамыда үйді отырып тамаша қығым кемеді. Чүнкі юртымызда болеткен ұслахатларды өз көзім білен көріп тұрып бан. Мен бұны жалақұдық мысалы да айта деген босам. Мен қырғыз милләтіге мансуплігім үшін өзімден келіп чықып кәпірсам, жалақұдық туманымызда паралігі болмаген, пүбіші паспорттегі бір қанча Кыргызстаннан келин болып түшкен аяллар Өзбекстан Республикасының фукаралыгына алышты. Шуның білен білі, Дуслик Кыргызстан ва Өзбекстан чегерамыз бүткіл ачылды. Хазіргі күнде агар бірселер оддигіне айди карта арқылы Кыргызстан Республикасыға 24 саат өтіш имканияты тұғылды. Мен бұнақа юртта тұғылгенімна фахырланаман. Өзбекстанның кыргыз қызы бұгенім.
Обновляемая Конституция станет прочной правовой основой благополучной жизни нашего народа. Основной закон в новой редакции объединяет все наше общество вокруг идеи построения развитого государства Нового Узбекистана. В красочной концертной программе приняли участие известные деятели культуры и искусства нашей страны. Подобного рода мероприятия в преддверии референдума в Ферганской долине продолжаются.